Человек – вот главное достояние региона. В преддверии 1 мая в Самарском театре оперы и балета чествовали лучшие трудовые коллективы губернии. Награды труженикам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Когда еще, время, чтобы через три главные водные артерии нашей области строились? Да никогда. 46 социальных объектов за прошлый год, 14 детских садиков, 3 школы, новые поликлиники в Тольятти, в Сызрани, фельдшерско-акушерские пункты. Добиваемся значительных результатов в сфере повышения производительности труда. Кто все это делает? Это делает человек труда. Заводчане, учителя, артисты и дорожники – всех профессий не перечесть. Татьяна Минеева, например, 44 года посвятила озеленению Самары, трудясь в городском спецремстрой «Зеленхоз». Поддержать лауреата от муниципального предприятия приехала и глава Самары Елена Лапушкина. Мы рады, что наши все гости и все жители стали нашего города радуются приходу весны, нашим цветам, которые мы высаживаем, и очень много высаживаем. Мы хотим, чтобы у нас у всех было праздничное настроение, чтобы наши люди улыбались, встречали праздники в наших благоустроенных скверах, бульварах. Но медали и почетные знамена – это еще не все. По завершении официальной части для передовиков подготовили концерт с участием ведущих творческих коллективов Самарской области. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.